муниципалитетах решается проблема с бродячими животными? Главный ветеринарный инспектор будет теперь отчитываться каждый месяц. Проблему обсудили на очередном заседании Кабинета министров. За последнее время число тревожных сообщений о нападении собак на людей увеличилось. Такие снимки регулярно публикуют информационные порталы. Вот недавнее фото от жителя Новоюжного района столицы. Стая собак облюбовала пустырь возле домов. А это видеокадры из архива нашего телеканала. Бродячие псы запугали обитателей частного сектора Чебоксар. В ветеринарную службу республики поступает сотни тревожных звонков. Вот в этом году уже отловлено 1954 головы безнадзорных животных. Но немало собак продолжают бродить по улицам. Ветеринарная служба должна принимать меры. Такую задачу обозначил прокурор. На отлов беспризорных животных в бюджете региона уже заложили необходимые суммы. Нам 1000 отловим и так далее. Все, какие бегают, плохо ухожены и так далее, должны быть там, где они должны быть. И содержаться так, как должно быть содержаться. А сколько еще вот без хозяев? Или хозяева есть, просто не занимаются, соответственно, значит, вон около контейнеров ищут и пищу, еду и всякую заразу еще разносят. Сколько расчетно? По тем данным, которые муниципальное образование вам с ветеринарами дали? Расчетно еще 1981 голову. На повестке дня и другие темы. Подводя итоги работы ветеринарной службы, глава республики поручил взыскивать неоплаченные штрафы. Просрочено более 100 тысяч. Когда взыщите до конца? Иначе у вас все это превращается в макулатуру. Вы выписываете, а те, которые должны платить, не платят и чувствуют безнаказанность. Это вы должны работать, вы же инспектора. Взыскать задолженность ведомстве намерены до конца года. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Игорь Зверев. Республика.